Птица-носорог. В жарких странах, таких как Индия и Таиланд, обитает много удивительных птиц. И даже птицы-носороги, представляешь? Это такие птицы, у которых есть два рога над клювом, и называют их калао, или большие индийские носороги. Калао очень любят лакомиться плодами, которые называют фиги. Птицы даже селятся на верхушках фиговых деревьев, чтобы у них всегда была возможность полакомиться любимыми плодами. Большие индийские носороги заботятся о своих детках-птенцах. Мама калао строит гнездо, потом залезает в него и закладывает вход со всех сторон, оставляя лишь маленькое отверстие. Задача папы калао – приносить еду и просовывать его через это отверстие. И только через 2-3 месяца мама калао разрушает стенки гнезда и выходит вместе с птенцами наружу. Наш Бог тоже очень любит нас и защищает нас от опасностей, а также помогает нам в трудностях. Давай поблагодарим Его за это. Господь, благодарю Тебя за Твою охрану и защиту. Аминь. А знаешь ли ты, птица калао может срывать плоды на лету, подбрасывать их в воздухе, ловить широко раскрытым клювом и сразу же глотать. Памятный стих: «Господь оградит тебя от всякого зла, сохранит Он жизнь твою». Псалом 127.